Всех приветствую. В работе был новый RAV4, делали техническое обслуживание и небольшая модернизация от владельца. Касается багажника, вот этих вот полочек. Они на новом RAV'е достаточно хлипкие и практически сразу сломались. Здесь вот такой вот пластик, и как можно видеть, вот эта направляющая здесь отсутствует. Соответственно, полка висит в воздухе, и когда владелец ее чуть-чуть поднагрузил, она сломалась. К сожалению, гарантийный отдел никак на это не отреагировал. Грубо говоря, послал владельца лесом, на что владелец послал также дилера лесом и своими силами модернизировал полочку вот такими вот алюминиевыми уголками. Немного, может быть, не эстетично, но тем не менее достаточно эффективно. Поэтому берите на заметку, если у вас новый RAV4 и планируете вы в багажнике перевозить какие-то более-менее тяжеловесные моменты, грузы, можете модернизировать таким образом сразу полочку, чтобы она у вас не сломалась. Потому что, еще раз повторюсь, в рамках гарантии, к сожалению, что-то этот момент прошляпился. Хотя, косяк тойотовский, недоработка, скажем так, также тойотовская. Может быть, маленько когда-то все это дело приведут в божеский вид и сделают конструкцию более крепкой. Ну а вот на данный момент пока решение вот такое. Здесь две полочки усилены, и сейчас вопрос закрыт. Так что берем на заметку. Кому понравилось решение, можете поддержать владельца лайком. Всем спасибо, друзья.